Правительство Казахстана вмешалось в ситуацию с проблемным банком RBK. Финансовая структура с прошлого месяца ограничила выплату наличных средств своим клиентам. Основной долг кредитной организации превысил 2 миллиарда долларов. На сложившейся ситуации высказался и Нурсултан Назарбаев. Он пообещал, цитирую, «стабилизировать работу банка и посадить воров». Конец цитаты. Сегодня председатель Национального банка Данияр Акишев сообщил, что на заседании правительства приняли решение инвестировать в RBK полмиллиарда долларов. Проблемный портфель банка, который оценивается в размере 600 миллиардов тенге, будет передан в специализированную компанию, которая не будет иметь прямого отношения к банку. Соответственно, банк произведет очищение от проблемного портфеля. Это будет происходить за счет средств Национального банка, которые были ранее выделены в виде кредита, и средств квазигосударственных компаний. По словам главы Казахстанского нацбанка, решение продиктовано заботой о клиентах. Сейчас в проблемном финансовом учреждении находится сбережение казахстанцев на полмиллиарда долларов. Акишев пообещал, что в ближайшее время банк начнет выполнять обязательства по депозитам мелких и средних вкладчиков.